за эту заминку. Оказывается, у меня просто компьютер пиздец как был перегружен из-за моих местных настроек. Извините. Ошибочка вышла. Ладно, давайте продолжим. Так. Я вроде прикинул, что-то как тут делать. А пока... Блять. Сейчас. Сука. Видели? Хватает. Где его потратить, я вот не понимаю, вот этот момент. Правильным способом. Куда мне всрать один ход? Это идеально то, что я сейчас сконструировал. Но я не понимаю, куда один ход тратится впустую. Как укоротить один ход? Мои действия. Очень долго требуется, чтобы туда и обратно одним и тем же путем пойти. Погоди, давай еще раз проверим. Без вариантов. А хотя погоди. Скелеты вообще дают ходы? Не, они отбирают их. Да.
скотина. А здесь какие-нибудь подсказки будут? Вот этот выглядит немножко таким аферистским. Детали. Ой, сука, вы помогите мне тут как разобраться, блядь. Один ебучий ход мне не хватает, чтобы к этой девушке подойти, блин. И попросить ее прийти в мой ковер, блин. Одного ебучего хода не хватает. Один ебучий ход разделяет меня и ее. Thank you.
Точнее, не то, что мало вариативности, много движений чаще всего. Либо лишний раз пинаю камень, либо лишний раз пинаю скелет. У меня такое ощущение, будто я лишний раз пинаю скелет. Yeah.
Я в ступоре сижу опять, блядь. Какой ход неправильный в этом плане, я не понимаю. Что мне не обязательно делать в этом плане, да, который я только что исполнил? Вполне логично было бы начать справа. Ну, с таким успехом я теряю 3 хода, да. Я не понимаю. Вообще. Погоди. Вот, блять, вот планул бы, да? Вот 9, а 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. А нахуя я налево пинаю, Погоди, а если пнуть? Ну там, конечно. Это тоже хороший был. Здесь тоже какой-то ход неправильный, блядь. У меня два просто варианта, блин. Ну их надо, ну один из них надо или... Надо один из них как-то так отполировать, чтобы он вообще как по маслу прошелся, блядь. Я не понимаю, как именно. Бля, вот сидел же человек, придумывал вот этот пазл, блядь. А мне теперь разгадывать его, нахуй. Один ход.
надо на инстинкте понять, бы, куда надо пойти. Бы. Голова сейчас сходу не придумает, блядь. Видите? Которая на один ход короче, чем вот эти две схемы, которые у меня есть. Три варианта. Ненужный ход, ненужное передвижение, ненужное убийство, ненужное толкание. Одно из этих трех. Здесь. Я не туда пошел. Не то толкнул, не то убил. Или по крайней мере, не в том порядке, как вам надо, блядь. Погодите, а если банально?
ебать его в рот. Один ход дайте, блядь. Один ход. Perfect order of moves.
контролировать свои движения, значит, движение, блядь. У меня 32 движения, да. Проблема в том, в двух схемах, которые я разработал, я трачу 33. И что первое, что второе, 33 движения только. Значит, должна быть версия покороче. Но куда надо идти, чтобы она была покороче? Вот в этом вопрос, блядь. Погоди-ка, нахуй. Так пошел.
И так пошел. Блин, один ход остается. Вот если бы вот этого левого, вот этого самого крайнего скелетона мне надо было пиздить, вот заебись была бы, блядь. Если бы его там не было, нахуй. Натуре, вот я пинок трачу на скелетона. И ход тратится. А мне не нужно тратить этот ход. Вот точнее, если бы не нужно было тратить на него ход, вообще было бы заебись. Я бы смог вчистую пройти бы. Значит... Надо одного из этих скелетонов не убивать. Надо просто как-то так и ренастроить, блядь. Этого скелетона я в любом случае убиваю. Ой. Потому что надо же прорваться. Или погоди. Если я не убью вот этого скелетона, я не прорвусь там. Вот этот вот средний скелет.
Да, твою ж мать, а. Я пытаюсь допереть вам. Способ как люди обойти, блять, не тратя один ход, блин. Вот этот вот средний камень, он что-то, блять, вроде мышкой можно, блять, нельзя. Вот этот вот в середине нижний камень, блин, а вот он что-то, блять, меня коробит, да. Типа что-то можно с ним сделать, но что именно, я не понимаю. Давайте вот вторую схему попробуем. Вот, я приблизился. Диалогах, но в игре тоже есть подвох. А в чем? Там, блять, у меня разгадка была, и там я разгадал, как надо передвигать эти блоки, блин. А погоди, а может не в таком стиле надо их передвигать? Нет, как там получается. Погоди. А что если я... Я сейчас то же самое делаю, да? Я правильно понимаю? Да, я то же самое сейчас делал только что. Зато, что я был всех скелетов.
Тут я зря вот этого третьего скелета просто добил, поэтому мне не хватило хода на сумбу. Значит, все-таки получается, я какой-то ход неправильно использую, блядь. У меня две схемы, две схемы, нахуй, две хорошие схемы, блядь. И в каждой из этих схем один ход зря проводится. Ну какой именно? Я не понимаю вот это. Ход на передвижение... Херня, по-моему. Как по мне, больше ход на убийство или на отталкивание камня. Производится зря. Но я не могу понять, какой именно. Вот эти два скелета, их не убивая, невозможно пройти. А оба должны умереть. Исходя из тех схем, которые у меня есть сейчас. Значит, что получается? Камни, значит, я неправильно их толкаю, блядь. Я трачу, по-моему, я трачу ход на зарядку вот этих вот капканов. На разрядку, точнее. Явно с капканами что-то не так. Капканы что-то мне мешают. Типа в натуре, блядь, я сейчас вот... Я вот вообще с этими процедурами занимаюсь тупо за то, чтобы разрядить капканы. Погоди, блядь. Допустим. Стоп, да, меня что-то... Блять! Меня что-то перекосоёбило, я что-то ощущаю что-то. Но я не могу понять, что именно. Блять. Сейчас я пизды получу. Тоже хороший. Бля, у меня уже третья схема, только она два хода уже просит, блядь. Не тратить зря. Влетает что-то, блядь. Но потом, блядь, то получается, тут хуйня тоже не работает. Какие еще варианты у нас есть? Предлагайте, братцы. Any options? Please. Tell me what I have to do. Ебаный его в рот. Так я там заплатил, блядь. Без толпы. Блядь.
погоди. Да твою мать. И что это? Цепь пиздец. За что так с головоломка, блядь? Так я себя, ну не, вот этот вариант не получится. Я уже полчаса над этой колонкой толдычил. Вся я ебуся, сука. Головоломка, блять, ее в рот ебать. Я матерюсь, вот уже, сука, блядь. Я просто завис. И пусть кто-то в чате попробует сказать мне, ой, ебать, тормоз, нахуй. Вот пусть, сука, попробует хоть кто-нибудь. Я приму только тех людей, которые, блядь, сами доперли до этой хуйни, блядь, без подсказок. И под подсказками я имею в виду там гайды и чужие видео, блядь. Если вы, сука, доперли это сами, то я пожму вам руку, блядь. А если вы тут не выебываетесь после того, как посмотрели чужие видео, тогда нахер идите. Один ход. Что делать? Да.
ведь, блядь, на гайды я даже лезть не хочу. Я хочу, типа, допереть сам. Чтоб покайфовать потом, какой я, сука, мегамозг, нахуй. Раз сам допер до этой хуйты. Время дохуя сожрет, да, базара нет. Но зато кайф какой будет. Бля, когда я это залью на видео, на YouTube? Бля, поставьте лайк, пожалуйста. Моим мозгам больно. Моему сердцу будет приятно, когда я увижу то, что не зря им было больно. Хоть я, конечно, и сам подписался на это. Я от этой игры не отстану, блядь. Пока её, блядь, пройду. Если это хоть как-то случится. Хроники Валькирии-то еще надо пройти, блин. Негоже как-то ее оставлять. Да и Сенра Камбара тоже, блин. Дополнительные там истории тоже остались. Но для начала нам надо с этим разобраться. Посмотрите, какой расклад. Получается, получается, что именно получается? Скелетов, вот эти два скелета, да? Вот эти два скелета. Их надо убить в любом случае. А камни, как их надо так передвинуть? Так, чтобы сэкономить один ход. Надо сэкономить один ход. Просто один ход. А где и как? Вот в чем вопрос. Хотя я тоже умник был. Почему я залатил то, что скелетов невозможно не убивать? Ну потому что так и все выглядит, вон. Вот левый камень, не убив скелета, я не отодвину никак. А того нижнего скелета мне надо убить, чтобы я смог выйти с левой комнаты, блин. С того левого коридора. Чтобы я мог выйти. Но то, что я вот показал, вот этот вот, блядь. Вот смотрите. Твою. Вперед пошел бы на ипнул камень. И потом еще назад вернулся. Так, теперь давайте разберемся. В чем проблема, блядь?
я добру, я хуй его знаю. Я сейчас хуйней страдаю, конечно, базара нет, блядь. Но... А как надо? А как еще, блядь, придумать? Погодите, нахуй. Сейчас сука, сейчас листочек возьму, сука, возьму ручку. Давайте нахуй считать, блядь. Сука. Точнее, не считать, а рисовать, ёбаный в рот. Так. Да-да, вот тут 6 клеток. Подставные нахуй. Ну-ка. Так. Руками. Да. Нахуя я вообще их? Занимается песничками. Да, а тут еще 4, да? Да. У нас пошаговая стратегия, так? Будем смотреть стратегически. Да. Так, ну это пики, блядь. Типа. Так, значит, тут еще 4. Блядь. Нахуя я их рисую вообще, блядь? Нахуя я план составил вообще? А, вон, план, блядь. Знаете, да чё? Ладно. Давайте разбираться, сука. Бля, может это позвать? Одна голова хорошо, а две лучше. Ну, блин, нравится. Один раз они, конечно, пришли там, помогли, ну, братам помог, помог спасать горы, и называли горы там, просто в тот момент. Ну, блин, вот в том моменте я тоже хотел. Вот смотрите, я вот смотрю, короче, на план. А, погодите. Делать нечего. Ну, знаете, всегда хорошо посмотреть под другим углом. А, ну еще ладно. Я съем.
До 31. Вообще до 30. Хоть одну схему как не сочетать. Ну, это же вообще нет. Мне стало бестолково, да, что она разговаривает. Никто бы не понял. Да, я понимаю. Может попросить мне тестирование, чтобы найти. Perfecto version of your mujo, блядь. Ну, блин, как мне получить, блин, вот это Perfecto version? Я этого не понимаю. Смотрите, короче. Капкан разряженный, заряженный. Капканов, блядь. Они меняются с каждого моего хода, разбираться только самой игрой, а так планы составлять. Это пошаговая стратегия, сука, а не, блять, это стратегия в реальном времени. Да и эту херню не, даже пошаговой стратегии это толком не назовешь. Мать.
конечно, хорошо, но... Не, в пизду. Мне больно от этого, но, блин, время... Время теряет. А, погоди, ну, хотя бы давайте через Google устроим. Извините. Давайте через Google хотя бы. Безнаглядного видео. Как я и говорил, никакого экстаза от этого нету. Никакого кайфа. Just. Прикольная тема. Охеренная тема. Йоу. Ты только что выполнил этот пазл? Это прикольно. Бля, как вернуться во времени, а? Бля, охуел вообще там. Типа в натуре, бля. YouTube сам. Это заставило меня немного потрудиться. Хочешь добавить со мной Гарен? Я просто скипнул это в меню. Хочешь добавить в мой гарем? Нихуя себе, еще и хероины можно скипать, блин. Ну так вообще хуево вообще получается. Я-то хотя бы голову ломал, блядь. Тебе не понадобится просить меня. Я никогда не пропущу такую вечеринку. Ох, еба, а чё это такое? А чё? Вот это заебись головоломка. Ой, бля, обосраться можно. Просто такой вне очереди нахуй подрезал, блядь. Ой, бля. Люцифер. Главное в аду. Директор ада. Мы в последний раз встречаемся. Встретились. Ты доказал себя... Тем-то, то, что ты прошел мои испытания. Отдай мне свою душу, и я тебя сделаю самым драгоценным рабом. Д-
Да, моя королева. Нет, спасибо, но ты можешь добавиться в мой гарем. Блядь! Чего ты пытаешься добиться? Ты думаешь, ты можешь поработить демонов под себя, что ли? Зови меня мастером, нахуй. Я вижу, мне надо будет тебя научить кое-чему. Ну-ка, сука, стреснул, блядь. Ща я с ним по базару. Yes, my queen? Это вообще хуйта. Ну давай проверим. Игорь Little Soul. Я так и знал. Кстати, что такое анимация? Лах, лах, лах. Ладно, давайте. Добавляйся в Магарев. Я могу заказать кофе. Блять. Пошаговые стратегии и шоколадные блинчики. А, шоколад. Неплохо, неплохо. Правда? Неужто? Ты пришел сюда и пытаешься меня подкупить блинами? Да ты чё, блядь, блины это, о, блины нахуй, еба, блины это вообще, ма нахуй. Произведение искусства сладкоежки, блядь. Сгущенку ещё ебанёшь туда? Блины, блядь. Я, конечно, не пробовал эти американские нахуй версии, то что тут масло положат, и потом еще шоколадный сироп. Но, сука, как я только смотрел на это, я такой... Блядь, жрать хочу. Вот такое у меня чувство было. Так что, блядь, на блины ты не наезжай, ебать. О, блядь. Ты удачливый. У меня движа на блины. Я думаю, ты меня ты меня одолел. Типа. Этот твой гарем может быть доказать то, что он интересный в конце концов. Или чё такая хуйня? Господи, что это такое? Твою мать, не то! Погоди.
можно так, чтобы вот этот верхний, что ли, нет, не вбихать. Из-за которых они умрут потом. Ой, да ладно тебе, я уверен, тебя бы заинтересовала ролл-плей горничной. Ой, блядь. Ну, они, короче, в своем репертуаре, а мне надо, блин, разобраться, как... Погоди. Скип-пазл, натуре. Я бы мог хотя бы скипнуть пазл бы, чтобы потом вернуться к нему. Так я себя почувствовал хоть... Типа, я проиграл битву, но не войну. Вот так я себя почувствовал. А сейчас я и войну, и битву проиграл, блин. С тем пазлом, блин. То, что посмотрел Гай. Ну просто долго, сука, происходит времени. Это ебучий пазл. Сейчас, погоди. А тут, блядь, что делать? Вот объяснит мне кто-нибудь. Как назло, нахуй, 33 хода теперь туда. В
Это прям подстава, а? Подстава, блядь. Вот я просил на прошлом уровне 33 хода, и тут дали 33 хода, блядь. Вот суки, ебать. Ненавижу ад. Это тоже ад, блядь, для моего мозга. Но, к счастью, не для моих ушей. Камни не подвинуться, а подвинуться, значит. Теперь надо допереть, как так передвинуть эти камни. Правда подумал, что ты можешь просто выйти отсюда? После всего того, что ты натворил. Погоди. Ты почувствовал кусающий холод цепей на твоей коже. Огонь, разжигающий твою плоть из костей. А, фу, блядь, я думал, я ошибся где-то. It felt as if you have died a thousand deaths. Это такое чувство, как будто ты умер тысячу смертями. Даже несмотря на то, что огонь тебя пожирал, ты каким-то способом еще жив был. Я только тебя нашла, треспассер. Поэтому, пожалуйста, не умирай.
Мы будем тратить многое время вместе, ты и я. Judgment. Высший судья, что ли? Подожги машину грехов. Страдание должно случиться. Кого, блядь? Погоди. Так, у меня 4 огня, да? Я должен пережить 4 атаки. Ой, сука! Первая. Цепи суперби. И чё? Что делать? Как тебе нравится машина грехов, Треспарсер? Сдайся. И дай этому поглотить тебя. Нет, пожалуйста, не сдавайся. Тебе надо забрать нас отсюда. Я все еще жду своего кофе. Оставьте надежду. Его судьба заточена. Правосудие, дорогая. Этот парень, может, не знает это, но он принадлежит мне. Можешь ты, пожалуйста, не навредить ему? Тихо! Настоящее дело только начинается. Ой, бля, мне страшно. А, у тебя жизни восстановлены, да? Так, быстро происходит всё, сука! Не сбрасывается. Хорошо. Цепи, которые держат тебя, сделаны из того, что привело тебя сюда. Твой эгоизм, твоя жадность, твоя похоть. Ты сам себе вредитель. Хорош уже, высший судья. Я приказываю тебе оставить его в покое. Ни один авторитет не стоит выше наказания. Давай, продолжай справедливость. Ты вжилась в роль. Да, пожалуйста, продолжай. Это материал А плюса. Вы что, совсем охренели, народ? Какой продолжай, блядь? Я сейчас сдохну нахуй.
Я должна была быть гребаной королевой ада. Почему никто меня не слушает? Как вы поймете? Ай, блядь! Сука, я не заметил. Чё? Погоди, чё так быстро, блядь? Быстро через всё. Я просто не заметил. Ай. Ай, сука. Чёрт. Погоди, сейчас будет. Больно не будет, когда тебе цепью ебашат. О, сука! Блядь! Ты за правда думаешь, то, что ты можешь вырваться из этих цепей? Ты должен знать, надежда ведет к разочарованию, а разочарование ведет к despair. К депрессии, блядь, пошли на. Хорош, я не понимаю, как переводить. Цепи депрессии самые жесткие, блядь. Чё, ёпта. Ты должна быть тогда отравлена, малинка. Или чё? Не отравлена. Ай, забейте. Ты просто... Ты только что нашла точно такой же задрота, как и ты. Учитывая, какая удачливая, он играл Некрополис полюбас. Да, вы задрались. Мне надо было держать его рядом со мной в конце концов. Да, отрицай все, что ты делал до этого. Как вы, блядь, задрали? Мне нравится, какие у тебя волосы. Вот эти убийства 10 из 10. Блять, у тебя волосы хорошие. Ложь тебя не спасет от твоей судьбы. Да в смысле, блять, у тебя на то ребена хорошие волосы. I know, that's why I can be honest. Я знаю, вот поэтому я и могу быть честным. Точнее, не честным, honest. Правдиво, искренним, вот. Еще мне нравятся твои лапы. Я лучше первый использую. Правда? Так или иначе, спасибо. А теперь давай вернемся к твоим страданиям. А, блядь! Диалог удался еле. Такой себе диалог, конечно. Ай, блядь, женщина!
Ну, блядь, волосы у тебя хорошие, же говорю, ебаный в рот. Чё так больно, блядь? Ух, сука. Волосы же у меня прелестные, ну ебаный в рот, блядь, больно. Всё, я без жизни. Блять, в Dark Souls нахуй играть, ебаный в рот. Тоже надо паттерны запоминать. А, погоди, Undertale, во, блядь. Более правильно. Потому что в Undertale это же сама хуйня здесь. Да, ну. Ой, бля, я сам поставился. Сука, я сам поставился. Твою страшную мать, блядь. И пучит цепи. Твою мать, он только-только подставился. Крики, блядь. В аду такие крики, блядь, не слышны были, какие у меня сейчас. В душе, нахуй. Чё музыка выключена? Блядь, спасибо, нахуй. Я, блин, сбиваюсь, тут скорость, блядь, пиздец. Фу, нахуй. Так, погоди. Блядь, тут 4 цепи теперь. Омега, кстати, еще знак. Только-только заметил, блядь, время нашел. А где Альфа?
Ладно, не смешно, я понимаю, блядь. Не бейте. Сучка. Judgment, я тебя выебу нахуй, как только выйду из этой цепи, блядь. Готовься свою жопу, блядь. Бред, пиздуй ноги, я на ранее, блядь. Так. Я не понимаю, как они... Я сбил, я сбиваюсь почему-то. Я сам полез, блядь, не знаю, в эту пасть. Блядь, жалко, в диагональ не может он пойти. Это было бы очень полезно. Деспер полюбас отчаяние, я уверен, отчаяние. Оставь надежду всяк сюда входящий, блять. Хуй тебя не гарем. Так, погоди. Не теряемся. Ооо, сука, я тебе ебал в рот, блять, просто. Последние слова... Есть последние слова перед тем, как настоящая боль начнется? А это не настоящая боль была? Единственное, от чего я отказываюсь, это не Сикин Кирсунда. Это не... Блядь. А Сикин что значит, народ? Google переводчик потянет. Being punished when by your name, soul seems good. Я первый, пожалуйста. Прекрати свои эти, блядь. Чип, латер, райс. Тоже в душе не ебу. Ты делаешь мою работу тяжелее. Ну, блин. У тебя красивые, у тебя охеренные глаза.
братан. Ну, насчет глаз. Глаза, да, глаза у него красивые. Продать то, что они сплошные белые, вот это вот херня. А так нормально. Ну, типа, еще вот эти такие черные очертания, там, зрачков и всякого вот этого. Ну блин, а я не знаю, по Марта, у тебя красивые глаза. Слушай, я не особо это хочу делать, но факт был сил заточен. Ничего не даст твоей доминации. Вот только я бы могла postpone your torment. Вообще, когда свитя на пройденного. Если ты уйдешь и не будешь. И не потревожишь ад в следующий раз. Наши судьбы это одно. Я убью тебя, и ты будешь страдать. Но это не случится сегодня. Поэтому считай себя удачливым и больше не попадайся мне на глаза. Я сказала, ты можешь уйти, вали отсюда. Я так легко не свалюсь, сука. Ты меня заебала, блядь, вот тебе тоже сейчас перепадет тоже, блин. Что? Ты хочешь пригласить меня в свой гарем? Не будь глупцом. Блядь, чересчур много инглиш слов, которых я don't understand, так что... Ей, ёпта, братцы, угадал, ахуй. Да, так я дай. Я ну давай. Я выиграл, сучка! О, блядь. Так я накалил. Итак. Твой... Твое путешествие подходит к концу. Ты с успехом забрал этих девчонок из ада. Твое имя запомнилось как Helltaker. Это, конечно, была не та жизнь, которую легко можно было пережить. Это точно было мелким, но полным страданий. Но жизнь, она полна страданий, несмотря на то, как ты ее проживаешь. Исходя из этого, по крайней мере, ты можешь повеселиться. Но полиция гарзирует. Да, полиция гарзирует. Айна. Сатан. Так.
готово. Я так посмотрю. И это так вкусно. Ааа, сиди, блядь, я тоже хочу жрать, дай мне тоже, блядь. Позяйся. Спасибо, спасибо за помощь. Не бери голову. Это то, что я могу сделать. Единственное, что я не могу понять, как ты умудряешься их делать? Я знал, то, что вот это имя иметь она будет в виду. Мистер Бин, спасибо за твой айскрим. Могло бы еще не айскрим из-за... Thank you for your айскрим. Спросить. Точнее, я хочу сказать. Я до сих пор не понимаю, как ты можешь их делать настолько перфективно, перфекто тонкими, блять, каждый раз. И как ты их крутишь в воздухе. Sorcery, блять. Давайте Learn English с Кубаруто тест, давайте. Sorcery involved. А, здесь должно быть какое-то колдовство. Да нет? А, опыт. Вот оно. Вот самое охуенное колдовство. Опыт, блядь. Да, конечно. Лучше давай раздай другим из них блинчики. Базар. Да. Блинчики. Блинчики! А, ты читаешь романтическую комедию? А, никогда не слышала всякую эту романтику. Это самое... Самая странная вещь, которую я когда-либо видела. Может, я что-то делала не так все это время? Что, хочешь пойти на свидание? Я всегда в тебе подозревала пошлого дегенерата. А что такого? Я тебе сказал на свидание, блядь. Не обязательно именно со мной там. Хотя я тебя забрал из ада, так что можешь со мной. Ну а чё такого? Давай романтику, блин. Да иди ты. Кто блинчики хочет? Блины. Зашибись. Кстати, у меня есть вопрос. Давай. Классы, Сарис, отвалим, чё ты бедал. Я не понял. Девчонки говорили, ты никогда не брал своих оттенков. Почему это так? Я могу тебя спросить то же самое. О, меня? Может, это потому, что я слепа? О, ебаты. А как ты видишь?
логичный вопрос. Как ты видишь, если ты слепа? Или... А может, тебе кто-нибудь помогает в передвижении? Это моя история. Хочешь рассказать свою? Может быть, когда-нибудь. Ой, да ладно тебе. Девчонки уже ставки делают на это. Я проиграю 10 баксов, если у тебя не окажется лазерного видения. Я чё, тебе, блядь, робот нахуй, ёбаный в рот? Гений, нахуй, лазерное видение. Блинчики и кофе, блины и кофе. Как раз для тебя, пандемоника. Уставшего демона больше нет. Ох, еба. Пандемоника, садистик демон. Еба, все пиздят. Оверекс. Это опять. Опять перевозбуждение. Нет. Фу, блядь. Нет, это просто... Ох, ща, не всё, переводим. Ара-ра, это витание из сети, арис. О, нет, это хорошо на самом деле. На этот раз ты хорошенько протектировал. Продолжай в том же духе, и ты, может, выживешь в тот день, когда у тебя все пальцы будут сломаны. Да. Ну вот, если чувствуешь себя свободно, чтобы... Охуенная играть в английские игры. Местная больница пока что компетентна. Бэт, ты что, меня хочешь в ту больницу отправить или чё? Следующая чашка в 5:15 вечера. Двойной эспрессо, да? Это твое дело запоминать, не мое. Ну, блин, ладно. Блинчики. Ты хоть понимаешь, как трудно найти пошаговую стратегию, в которой мы можем сыграть? В большинстве случаев, разработчики могли бы сделать, это наполовину своей жопой сделанные сиквелы и говновые сдох-оффы. Ну типа спин-офф, только сдох-офф. Игра слов, короче, английская. Нам это не понять, русскоязычно. Я бы сыграл в них. К несчастью, то же самое. Нам понадобится много алкоголя. Ой, блинчики. Конечно, но я бы использовал бы немного огня. А, ну ты же демон, у тебя небось всякое охуенное пальцы, да, вылезай. Никакого курения в доме. Или что?
Ты накажешь меня? Давай, я была очень плохой девочкой. Ты наслаждаешься этим, да? Да, свали уже. Сосрака. Блинчики. Как долго я тут была? В смысле? Несколько недель. Это такое чувство, как будто я тут была вечность. Вещи, которые я видела. Вещи, которые я делала. Я могу написать изумительную бумагу насчет этого. Но никто мне не поверит. Потому что это чересчур сюрреалистично. О. И мои исследования... Дайте, блядь! Блины! Мы прошляпились. Домогаетесь соседов опять? Что вы на этот раз сделали? Блядь, что-то вы сделали, сука! Почему рядом с дверью полиция? Почему рядом с дверью полиция, блядь? Блины. Да твою мать. Ты там отмыл ПП, да? Мойца. Треспассер. Что это вообще такое, блядь? Треспассер, Иса. Треспассинг, а ну сквадрил за шепар. Правонарушитель, блядь. Правонарушитель у нашего дома. Чё, должна я, короче, убить его? Не надо, я с этим разберусь. Хорошо, разбирай. Хорошо, веселись. Ладно. Полиция, откройте дверь. Кого? Открыть. Конец игры, не открывать. Сука, а что там случится, можно сказать? Нет, никого дома нету. Да мы знаем то, что вы дома. Немедленно откройте дверь. Бежим нахуй! Блядь, девки, через окно, сука. Все через окно, блядь, всем быстро в окно нахуй. Я блинов поделаю там. И как ты чё, блин, это добавить? Иди, иди, пожалуйста. Мельга! Полиция, откройте дверь. Ладно, блины. А, спасибо. У нас всё ещё есть некоторые вопросы к вам. Хор,
Рамагар, я. Блины рулят, блядь. Запомните, нахуй. Блины рулят. Если к вам полиция пришла, блины дайте им, и они все. Все заебись. И это была история Хеллтейкера. Нарратив читал Вильзепус. Немного глупый рассказ, я знаю. Если быть честным, если быть честным, совершенно отвратительно. Да и почему совершенно отвратительно? Пацан хотел гарем, он получил гарем, все заебись. Даже полицию накормили этими блинчиками. О, там еще адовая пицца. Правда, пиздец, небось какой-то мой там. Хорошо пухали. Так. Ужасная история про ужасных людей. Но может быть ты нашел в этом немного развлечения. Может даже посмеялся или два, или несколько раз даже посмеялся. Все-таки. Спасибо то, что ты составил мне компанию этой старой мухи. До следующего. Конец. Конец, серийного убийства. Спасибо за игру. Спасибо за то, что играли. Спасибо за то, что вы сделали это. Здесь есть ли еще что-то хочешь бы, чтоб мог ты желать? Ага. Либо новая игра, либо выбор. Ага. 10 глав всего лишь. Ладно, я выйду, пожалуй. Ты старался так много раз. Ты не нашел success. Камаджо. О, Камаджо. Ну, Армадо. Михцева. Бля, Google переводчик, спаси, я забыл слово. Такое слово. Успех. Ты столько раз пытался, но ты до сих пор не нашел успеха. В смысле? Ага. Да. Понятно. Ну, что тут сказать? Вот на этом мы и закончили. Играть в эту маленькую игрушку. Что сказать? Визуально прикольно, заебать, заебет, интересно, ну вполне, типа пазл плюс визуальная новелла. От визуальной новеллы, конечно, тут 10%, блять, зато все 90% в головоломки ушли, но даже этого нормально. Лично я не против, типа, в натуре. Сейчас, погодите одну секунду. Устройство захвата видео, вот. USB-камера. USB, это кто? 2.0. Погоди, блин. Не работает как хуй-то. Ладно, потом с ней разберусь. Ну чё, мне понравилось. Очень понравилось даже. Надо будет посмотреть, есть ли там какие-нибудь другие концовки, что ли. Надо еще будет подпробовать другие диалоги с той женщиной. Неужто я, блядь, на первом же ходу, блин, правильный эти тыкал? Типа,
Там вот Glorious Success я получил. Не обычный Success, а Glorious Success. У вас вполне возможно там еще какие-нибудь другие бы, либо успехи, либо провалы были бы. Просто вот интересно, есть ли какие-нибудь концовки. Ладно, ну что ж, с вами был Коброт ОДС. Спасибо, что смотрели, ну, все те, кто посмотрит этот стрим. Все те, кто смотрели этот стрим. Спасибо вам всем. Вот тут даже мистер Бин в Дейлайве мне закинул один айскрим. Ему спасибо. Главное спасибо. Пока что в этом стриме он был единственным донатером, так что ему да. Отдельное спасибо. Главное спасибо. Ну, главное спасибо Ахату Магарт Ту Надюк Дунац Шепрес. Ну ты маргаешь, ты материя, куда? Ну-ка, ну. Ну, отдельное, главное спасибо. А, удачи. Отдельное спасибо, короче, мистер Бину за его айскрим. Вот. В следующем стриме я хз, что будет, но на, ну, как-нибудь придумаю. Да. Еще раз извините за то, что так долго меня не было на радарах. В стриминговых, по крайней мере, на YouTube я запихивал там видосики. Ну, пожалуй, на этом будем прощаться. Подписывайтесь на мой YouTube канал, становитесь фолловерами на The Life и Twitch канале, также вступайте в мою Discord группу. Как-то чем субскайберы в YouTube саксы, да, фолловеры в The Life и Twitch саксы. А сервис хотел рианды, чем Discord чкупщи. Be my subscribers on YouTube channel and be my followers on the Life and Twitch channel and join to my Discord group. До свидания. Kazatsan Dodet. Bye-bye.